Спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания ANS. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Привет, девчонки и мальчишки! Сегодня мы с вами поговорим о двух ошибках, которые приводят к болям в коленях. Конечно, их больше. Вы могли уже видеть мое видео об этом и читать статьи. Но сегодня я вам расскажу именно о двух самых распространенных ошибках в технике, которые приводят к болям и проблемам, к травмам в коленном суставе. Но давайте все по порядку. Я не зря сижу на этом тренажере. Всегда советую начинать тренировку ног именно с велосипеда, велотренажера, велоэргометра, сайкла, неважно. Главное, чтобы вы крутили коленками, но ни в коем случае не бегали, не создавали ударные нагрузки в коленном суставе. Когда вы крутите педали, вы нагоняете много крови, жидкости в коленный сустав. Это будет служить нам хорошей смазкой в дальнейшей тренировке, когда мы будем делать приседания. Это очень-очень важно. И сегодня я расскажу вам о двух основных причинах болей в коленных суставах. Вы убедитесь, что виноваты в них не приседания сами по себе, а вы сами. Чаще всего основной причиной боли являются следующие две ошибки в тренинге. Первое. Полностью выпрямленные колени в стартовой позиции и полное их разгибание в верхней точке амплитуды. Второе. Неглубокий присед в нижней позиции. Полностью выпрямленные колени в стартовой позиции и полное их разгибание в верхней точке амплитуды. Давайте разберем подробней. Самая первая ошибка в технике, вызывающая боли и проблемы в суставах, это распрямление коленей в замок в верхней точке амплитуды и в стартовой позиции приседа. Становые тяги и жима ногами. Такая манера выполнения движения нужна пауэрлифтеру для того, чтобы ему засчитали подход. И то только на соревнованиях. Нам же, культуристам, это не только опасно, но и крайне вредно для работающих мышц и суставов. Представьте, какую колоссальную нагрузку вы переносите с работающей мышцы на сустав. И задумайтесь, насколько это глупо. Во-первых, вы снимаете нагрузку с работающей мышцы, тем самым облегчая ее работу и отодвигая свой прогресс в росте массы. А во-вторых, гробите сустав. Когда ваши коленки в стартовой позиции полностью выпрямлены, вы начинаете движение не с отвода таза назад, что есть грамотно, а со сгибания коленей. И естественно, они начинают выезжать далеко вперед, отрывая пятку от пола, перенося всю нагрузку на коленный сустав. Именно по этой причине никогда не тренируйтесь и тем более не обучайтесь технике приседа с подставками под пятки. Только безграмотный человек может такое посоветовать. Неглубокий присед в нижнюю позицию. Данная причина настолько заезжена, но все же мы поговорим о ней. Не о нюансах техники как таковой, а о глубине приседа во время приседаний со штангой. Если спросить людей в зале, насколько глубоко безопаснее приседать для коленей, то большинство ответит, что до полуприседа, когда бедра параллельны полу. Действительно, долгое время считалось, что полуприсед безопаснее полного седа. Но как часто бывает во всех сферах жизнедеятельности, это большая ошибка. И приседать до параллели гораздо опаснее. И тем опаснее, чем больший вес штанги. В момент приседания, когда вы пытаетесь сесть не в полный присед, вы фактически тормозите движение не только мышцами, но и самим суставом, что приводит к большим нагрузкам и перегрузкам. Гораздо безопаснее для сустава садиться в присед настолько глубоко, насколько вам комфортно и насколько позволяет ваша растяжка. При полном приседе ваш сустав не испытывает такой сильнейшей перегрузки, как при полуприседе, и естественно дольше прослужит вам без болей и травм. Чтобы вы смогли более наглядно представить тот вред, который вы причиняете своим коленным суставам во время торможения, останавливаясь в полуприседе,
когда бедра параллельны полу. Торможение в суставе вызывает такое же изнашивание, как и когда вы на скорости едете в автомобиле и пытаетесь затормозить. Колодки испытывают невероятную нагрузку и стираются. Точно так же происходит и с вашими суставами, когда вы пытаетесь остановить движение в середине амплитуды или когда бедра параллельны полу. С колодками все гораздо проще. Стерлись, вы их заменили на новые. С суставом так не поступишь. Куда безопаснее приседать глубоко, не вызывая перенапряжения в рабочем суставе, что продлит его службу и сохранит ему здоровье, функционирование, убережет от травм и болей. К этому же пункту хочу отнести ошибку, которую совершают многие глупцы в зале, когда обматывают свои колени или локти, так что кровь перестает циркулировать, что ухудшает смазку сустава и понятно к чему приводит. В вашем зале тоже наверняка есть такие чудики, которые ходят в обмотке вообще всю тренировку, чаще всего на кистях. И можно было бы посмеяться над этими понторезами, если бы не было так грустно. Данные ошибки, как показывает моя практика, являются основными причинами возникающих болей и проблем с коленями. Но они не единственные. Есть еще 6 основных причин. С ними вы можете легко ознакомиться в моей статье, либо в видеоуроке. Будьте внимательны к своему здоровью и рассматривайте любую тренировку через призму его сохранения и улучшения. Тогда вы будете по-настоящему счастливы от результата, который будут давать вам тренировки с отягощениями. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!